Доброго времени суток! Сегодня с вами я, Балдырган Аскамбаева, и мы сегодня с вами займемся дыхательной гимнастикой. Давайте поговорим с вами о понятии дыхательный цикл. Один вдох и один выдох носом образуют дыхательный цикл. Процесс дыхания осуществляется за счет усилия дыхательных мышц. С помощью мышц ребра раздвигаются и грудная клетка расширяется. Происходит процесс наполнения воздухом легких. Воздух просто заполняет освободившееся пространство без никаких усилий со стороны человека. Выдох происходит в обратном порядке. Мышцы расслабляются и под давлением воздух покидает легкие. Дыхательный цикл завершен, клетки снабжены кислородом и организм продолжает свою жизнедеятельность. И в зависимости от того, насколько правильно выполнен вдох, снабжение клеток организма будет полноценным или оставлять желать лучшего. Поэтому очень важно тренировать дыхательную мускулатуру, то есть дыхательные мышцы. От этого зависит полноценное обеспечение организма кислородом. Гимнастика дыхательная обладает рядом положительных эффектов. Улучшается кровообращение в легких, восстанавливаются функции нервной системы. И это очень хорошая профилактика простудных заболеваний. Для начала садимся удобно на коврик. Садитесь удобно на седалищные бугры. Седалищные бугры – это опора для вашего позвоночника. Втягивайте живот внутрь, проворачивайте плечи назад и вниз. Ладони можно направить по направлению вверх. Подбородок слегка опустите вперед, не заламывайте линию шеи. Несколько глубоких циклов дыхания для настройки на практику. Глубокий полный вдох на весь объем легких. Вдох. И мягкий, медленный, длинный выдох через нос. Попробуйте постепенно начать удлинять свой выдох. Полный вдох. И длинный, медленный выдох. И еще два цикла настройки на полноценную дыхательную практику. И мы с вами начнем с брюшного дыхания. Ладонь укладывайте на живот. И плечи удерживаем ровными. Верхней частью спины и корпуса мы постараемся не двигать с вами. Ладонь на животе. Со вдохом вы надуваете живот, наполняете живот воздухом. И резкий выдох. Пупок направляете к позвоночнику и живот уходит внутрь. Резкий выдох мы совершаем носом. Примерно это выглядит так. Глубокий вдох. Вы продолжайте, а я вам рассказываю. Это дыхание хорошо активизирует мышцы живота, мышцы брюшного пресса, очищает ваши легкие, очищает носовую полость и наполняет хорошо воздухом ваши легкие. И со вдохом потянитесь вслед за руками вверх, вдох. И с выдохом медленно опустите руки вниз. Переходим с вами к грудному дыханию. Втяните живот и оставьте живот, желательно, в этом втянутом положении. Ладони укладываем на нижние края ребер с внешних сторон. И теперь мы постараемся дышать, включая грудной отдел позвоночника. Со вдохом вы расширяете ребра вширь и с выдохом сужаете их. Сейчас я вам покажу, как это делается. Глубокий вдох. Дыхание может быть шумным и глубоким. Вдох, расширяем ребра. Выдох, сужаем. Продолжаем. Вдох и выдох. Давайте вместе повторим. Вдох. Вдох.
Это упражнение способствует очищению нижних отделов легких и активизации мышц спины и позвоночника. В следующем упражнении мы продолжаем сидеть ровным, удерживая ровным свой позвоночник. Переплетаем пальцы рук, сцепляем ладони в замок. Замок укладываем под подбородок. Локти постарайтесь держать близко друг к другу. И со вдохом мы разводим локти в стороны и поднимаем их вверх, вдох. С выдохом опускаем их вниз. Постарайтесь уводить локти в стороны и вверх. И выдох. Это упражнение хорошо укрепляет и растягивает мышцы шеи, которые тоже участвуют в дыхательном процессе. Вдох и выдох. Продолжаем выполнять. Направляйте локти вверх. Подбородок удерживайте неподвижно. Выдох вниз. И последний раз. Потянитесь локтями вверх, почувствуйте движение лопаток и выдох опустите вниз. Со вдохом вытягиваемся вслед за руками вверх, вытяните свой позвоночник и с выдохом опустите руки по сторонам. Для следующего упражнения мы поднимаемся с вами на коврик. Встаем и дальше гимнастику мы продолжим стоя. Большой палец уложите в кулачок и уложите ладони перед плечами. Дыхание будет шумным, сразу предупреждаю, глубокий вдох, совершаем резкий выдох носом. Глубокий вдох и с выдохом мы выбрасываем руки вперед. Резкий выброс, вдох, выдох шумный, вдох, выдох. И теперь внимание, как это выглядит. Глубокий вдох. И в очередной раз подтяните ладони ближе к плечам и резкий выдох руками вверх. Глубокий вдох, выдох. Продолжаем. Еще 2-3 раза продолжаем. Выдох, выдох. И еще раз выдох. И глубокий вдох, потянитесь вслед за руками вверх. Вдох и выдох. Это упражнение помогает кровообращению в нижних отделах легких. В следующем упражнении мы продолжаем с вами работать над укреплением мышц спины. Со вдохом мы поднимаем руки вверх, руки параллельны друг другу. Отведите их назад за голову. Это будет вдох. Живот у вас в полувтянутом состоянии. И, пожалуйста, старайтесь не прогибать свою поясницу. Подтяните внутрь живот и упластится линия поясницы. Руки уводим далеко назад. Это вдох. А с выдохом там же далеко назад мы опускаем их вниз. И там же поднимаем вверх. Вдох. С выдохом почувствуйте, как работают мышцы спины. И еще 2-3 раза поднимаете вверх, вниз. Мы с вами сегодня тренируем мышцы, которые участвуют в дыхательном процессе. В основном это мышцы спины и шеи. Выдох. И еще раз вдох и выдох. Расслабьте плечи, потянитесь вслед за руками вверх. И для следующего упражнения мы с вами присаживаемся. Ладони укладываем чуть выше коленей. Плечи потяните от ушей. И со вдохом прогнитесь, посмотрите вперед. А с выдохом от рук вы выталкиваете круглую спину вверх. Начинаем расслаблять мышцы спины. Вдох. И еще несколько раз выдох. Синхронизируйте дыхание и движение в дыхательной гимнастике. Это важно. Вдох и выдох. Постарайтесь оставлять ноги крепкими. Вдох и выдох. И поднимитесь вверх, потянитесь вслед за руками. Хорошо, хорошо. Вдох и с выдохом распустите руки по сторонам вниз.
И для следующего упражнения встаньте ровно на коврик, стопы, колени направьте вперед, немного напрягите вверх мышцы ног, подтяните их вверх, втяните свой живот, соедините руки впереди ладони и со вдохом отводим руки далеко-далеко назад, делаем круговое движение и соединяем их впереди. Вдох, далеко-далеко назад, раскрываем грудной отдел позвоночника, выдох. 3-4 раза назад, расслабляем мышцы спины, выдох. И последний раз, вдох, назад увели, и выдох, опустили по сторонам. Встряхните, пожалуйста, плечами и вновь садимся на коврик. Садимся на коврик, ладони уложите на колени. Плечи потяните вниз, выровняйте линию спины, опустите вниз свой подбородок, прикройте глаза, и несколько циклов мы успокаиваем дыхание и дышим свободно и глубоко. Глубокий вдох, мягкий медленный выдох. И в завершении дыхательной гимнастики хочу отметить, насколько полноценным будет ваш вдох, настолько качественной будет ваша жизнь и ваше дыхание. Будьте здоровы, до новых встреч!